Добрый сегодня, праздничное должно быть у всех настроение. Мы ведем наш прямой эфир из города Стамбул, Турция. Находимся мы в Лалале. Здравствуйте, присоединяйтесь. Сегодня мы вам покажем наши модельки. Интересные и яркие, которые есть в наличии. Кто что-то не рассмотрел, можно сегодня посмотреть. Наша фирма Darkmoon занимается производством женской одежды больших размеров более 40 лет. Мы одни из первых придумали маленькие серии в размерных рядах, по две штучки, единичка и двоечка, для того, чтобы можно было приобрести больше ассортимента нашей продукции. У нас есть три оптовых магазина. Два из них находятся в Лалале, один находится в Османбее. Мы практически каждый день проводим прямые эфиры, чтобы вы могли просмотреть в более удобном формате наши вещи, потому как многие люди не приезжают. Здравствуйте всем! Сегодня хотим начинать с горячим моделем кардиганчики, топлые, шерстяные. Только что привезли, представлено три расцветки, в линейке две штучки. Делаем скрины. Для тех, кто не знает, что такое скрин, это фотография с экрана. Шерсть, люрикс, акрилик и полиамид. Комбинированная ткань, топлые, накладные карман, пояс съемный. Вот, пожалуйста, вам без пояса. Растягивается полностью с клепками. Сверху это пришитые аксессуары. Они не взаимосвязаны. То есть при использовании изделия они не деформируются. Это просто для красоты. Только что привезли. Есть наличие. Можно заказывать. Кто хотел без меха на весну, пожалуйста, это вам. Красивое, модное, стильное платьишко. У нас это оно тоже было... только что перевезли. Оно у нас было в заказе, только хотела сказать. Получили как раз в серебре и в золоте. Так что, кто ждал заказ, приобретаем. В серии три штучки. Аксессуары съемные, их можно переместить в любое другое место. Привет, привет, мы рады, что вы с нами. Красивейший плащ. Обратите внимание, какой рукав. Какие красивые застежки. Очень удобный капюшон. Необычные пуговицы. В форме цветочков. Как раз будет весеннее настроение. Мы же готовимся к весне. Мы ждем лета. Хотя через несколько дней Новый год, но у нас же такое у всех настроение предпраздничное, и в то же время всегда человеку чего-то мало. Вот Новый год вроде бы праздник и подарки, а мы ждем лета, чтобы было тепло и поехать на море. Еще одно замечательное наше платье. Обратите внимание, здесь совершенно другой рукав. У кого полнота ручки немножко больше, чем в предыдущем варианте, смотрите, как сделан здесь красиво рукав. И такая симметричная полосочка. Очень стройнит силуэт. В наших вещах вам будет тепло, комфортно, и вы будете самыми модными. Клетка с полоской. Кто хочет подчеркнуть форму груди и зрительно уменьшить силуэт по низу, то это платье для вас. В серии три штучки. LXL и 2XL. Мы ждем ваших заказов. Все аксессуары у нас на клепках, они не приклеены, что очень удобно в носке. Супер баталы, форма трапеции, 3D платья,
накладной плашовочный ткань, карманчики работают удобнее. Снизу широкие ламочки, сарафан, трикотаж и тянутся хорошо. Сверху сеточка, впереди короткий замок растягивается, пару серий наличие. И на эту модель у нас скидка. На скидка. Сегодня для ассортимента мы от 1 до 8 весь этаже будем показывать вещи. Всего по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть. Самые ходовые, самые хорошенькие. На скидках и то, что есть в наличии. Тоже две штучки, удобная серия. Пожалуйста. Мне очень нравится эта модель. Она такая шикарная. Вроде бы нарядная, а в то же время можно, может быть спортивной. Спортшик, как все говорят. Но я могу сказать про эту модель, что она очень комфортная. Здесь замечательный плотный трикотаж по низу. Вам в этой вещи будет тепло и комфортно. Ну а в то же время за счет пайеточек вы будете яркой и красивой дамой. Горошки. Горошки всегда были и будут в моде. Причем обратите внимание, здесь какой красивый плавный переход от ярких тонов до приглушенных. Подчеркивает фигуру. Очень красивый разрезик в форме капельки. И в мир, и в пир, и в добрые люди. Замечательная очень модель. В наличии сейчас только в двух расцветках. Это золото и серебро. Очень модненькая, качественная спинка. Давай поближе ткань покажем. Кто не знаком с этой моделью, смотрите, какая красивая вязка. Такие мелкие-мелкие этот... Рафленка типа идет, странит. Модель, три штучки в линейке. Размеры L, XL и 2XL. Ну, маркировка пишет L, сам маленький. L идет на 52-54 русские, советские размера. Кто к нам только присоединился, напоминаю, что мы проводим наш эфир из магазина Darkman. Модели у нас производятся под логотипом Darkwing. Красивая у нас такая этикетка. У нас своя личная фабрика. Производством женской одежды больших размеров мы занимаемся на протяжении 40 лет. Одни из первых придумали маленькие серии по две штучки у этой личной модели. Две штучки в серии, единичка и двоечка. Красивая молния, очень удобные карманы. Мы ждем ваших заказов. Весной надо быть тоже модной, стильной и красивой. Модельки, которую мы демонстрируем, есть в наличии. Я надеюсь, за выходные вы просмотрите наши эфиры, определитесь с заказами. И в понедельник мы ждем ваших смс-очек. Встроенная блузка, очень удобная для офиса. Смотрите, карманчики для телефона. И серии здесь удобные. И в серебре, и в золоте. Как раз стандартные красивые цвета. Замечательное платье. Двух вида. Есть черный и черный с белым. В линейке две штучки. Очень удобная серия. Сейчас со скидками. Напоминаю, что мы производим продажу наших изделий только оптом. Демонстрируем наши модельки, рассказываем про них, чтобы вы могли в вашем городе заказать у наших оптовиков, которые у нас по всему миру, во всех городах практически. А для наших оптовиков мы показываем модельки, которые есть в наличии, чтобы было проще заказать. Из-за пандемии многие люди не могут приехать в Стамбул, хотя наши двери открыты, у нас есть личных два отеля, где вы можете разместиться, если будете приезжать к нам. Смотрите, какая чудесная модель. Здесь такой красивый рукав. Она вроде бы классическая, и в то же время рукав так украшает. На рукавах клепки. То есть он так будет от серебра переливаться к ярким таким цветам. И он сделан в форме фонарика. Можно сделать три четверти рукавчик. Вы будете самой красивой. Thank you.
Обратите внимание, перед этим была модель, у которой только были яркие рукава, а у этой модели сделали по бокам такую же яркую вставочку. И получается силуэт такой вот интересный, как будто окаймляет тело. Чудесная модель для очень широкого бедра. У этой модельки в серии всего лишь две штучки. Красивые карманы накладные. Здесь и стойковоротник может быть, и можно открыть как. Внутри там ткань такая же, как сделать. У своего платья, да, видите, то есть оно там ничего не колется. И когда раскладываешь воротник, нет изнаночной стороны. Очень хорошего качества обработка. Форма трапеции, большие, хорошие размера. Сейчас со скидками. Тоже немножко есть наличие. Обратите внимание, если широкое бедро, здесь очень так скроет фигуру. А за счет того, что здесь, смотрите, спущенный рукав, и сейчас модно стиль боха, такой свободный, широкий фасон платья, даже может одеть 48 размер, и будет такой вот прям летящий, стройнящий силуэт. Платье-халат, наше знаменитое платье. Здесь рукава и низ украшен, комбинированная здесь ткань, смотрите, здесь идет трикотаж и плащевка. Красивый переход сделан в виде кружева ручной работы. Смотрите, какие мелкие пуговички, как бусинки. Шикарное платье на скидке, в серии всего лишь две штучки. Этой модели, модели, как говорит наш Шукри, очень-очень много лет. Она идеальная. Смотрите, здесь какой красивый вырез. Рукав украшен черным жемчугом. Красивые стразы. Ничего лишнего. Кто предпочитает черный цвет, здесь только стразы подчеркивают линию груди. Очень красивая модель. Получили повтор. Сегодняшние получили, кто ждали заказ, спокойно можно заказывать. Есть сейчас 4 расцветки. Первый цвет серебро, петроль, фуксия и золото. Одна лучше другой. Очень удобные серии, всего лишь две штучки, единичка и двоечка. Золотистый цвет сойдет люрексовый ниточка 11. Маленький разрезик с утяжки можно закрыть. Давайте мы посмотрим обратную сторону изделия, где рукавчик. Смотрите, какая качественная вязка. Здесь ничего не колется, нет обрезанных ниток. Это все однотонное полотно. Переплетаются ниточки в цветовой гамме. Еще сверху стразы. Смотрите, какие красивые. Они идут как накат под очень большой температурой. При стирке не деформируется, ничего не происходит. Спасибо большое за комментарии. Да, у нас действительно хорошего качества вещи. А здесь цветы как будто живые, как будто с клумбы. Смотрите, какая прелесть. Здесь тоже сложная работа. На черном волокне добавляется цветная нитка. Вот для машинки такая интересная программа есть. И вот они вот как выпуклые, но они не нашиты сверху. Спасибо. Пайетки представлены двойка. В трех вариациях. Короткая. Да, три в одном. Ну, двойка идет. У всех этих моделей есть базовая вискозная основа на широких лямках. То есть к телу это очень приятно. И сами пайетки, получается, струятся по вашему телу. Добавила кофточки, туничка, короткие платья. Здравствуйте, мы рады вас видеть. И платья. Есть боковые карманы, хорошие, свободные, большие размера. И эти модели на скидке. Чудесная кофта из ангоры, можно сказать, блузон.
Наши дизайнеры молодцы, смотрите, у нас низ и рукава, они очень правильно скомбинированы, то есть вот законченный силуэт получается. Очень приятная к телу, в серии всего лишь две штучки. Крошка, как все говорят. Смотрите, здесь какое красивое горло. По бокам здесь удобные разрезы. Модель тоже на скидке. Здесь есть удобные боковые карманы. Офис чек. Две штучки в линейке. Спасибо. На здоровье. Мы находимся. Город Истанбул. Лалели район, Шаир Хашмет, улица, дом 44. Адресимиз Месипаша Маллеси, Коска Caddesi, Шаир Хашмет Сокак, номера 44. Darkman магазин, дюкен. У нас свое личное производство, фабрика, которая находится. Район Гюнгерен. Также у нас есть два оптовых магазина. В Лалели. И один магазин. Османбей. И также есть у нас интернет-магазин www.darkmanshop.com. Оптовый интернет-магазин. Весь товар, магазины есть. Все, один цена идет. Кому где удобнее, с каком продавцем вам легко работать, оттуда можно заказывать без проблем. Для вас стараемся, это наш труд. Для наших красивых покупателей хотим красивые вещи готовить. Стильные, модные. Заказки ждем, девочки. Покупайте вещи в Darkman. Всегда будете элегантными, модными, современными. Вам всегда будет комфортно в наших вещах. Потому как практика производства одежды очень большая. Новые ткани, новые аксессуары. Но при всем при этом у нас качество... На каком уровне было, на таком и осталось. Независимо от того, что сейчас есть пандемия. Смотрите, здесь и резинка есть на вороте, и на рукавах. И плащевка, и карманы, и накат из бархата. Наша следующая модель. Спортшик. Здесь есть небольшие жемчужинки на бантике и на рукаве. Спущенный рукав, плащевка. Кто даже не небольшого роста, плащевку почистил мокрой тряпочкой и все. То есть очень легкие и легко вещи на ними ухаживать. Шикарное платье. Вы знаете, вот здесь вот все цвета собраны. Оно строгое и в то же время яркое. Ничего лишнего. И аксессуаров в придачу. Платье ромбики. Это ромбики, все идет. Люрикс ткань, ниточка. Да, и тут тоже покажи, пожалуйста, обратную сторону. Смотрите, какие качественные вещи мы производим. Какая переливается свет, золотистый с петролем, черный. Очень странит модель. Можно как каждый день, можно как нарядку. В линейке три штучки. Украшения с комплектом. Пожалуйста, серебро и петроль. Мы ждем ваших заказов. Если вам что-то непонятно, пожалуйста, пишите нам в директ, пишите на наши номера телефонов. Наши менеджеры предоставят более полную информацию, прокомментируют, объяснят, расскажут. Это чудесная, чудесный джемпер, не кофта, джемпер. Он такой теплый, а за счет эко-кожи по бокам очень странит силуэт. В нее прям хочется в эту кофточку завернуться. А и в серии всего лишь две штучки, единичка и двоечка. Их не было, они снова появились в наличии. Подкожаные брючки, под лосины. Будет чудесно смотреться. А наши мальчики придумали новый костюм. Смотрите, какая прелесть. Килот и юбка с одним кофтом мы хотели показать вам. Кофточка идет, пуловерчики такая. А вы говорите, у нас нет светлых вещей. Смотрите, какой красивый пуловер. V-образный вырез. Маленькие серии. Всего лишь две штучки, единичка и двоечка. Пятечка. А низ у нас на скидке. И брюки на скидке, и юбки на скидке. Это не снова. Внутри вискозная основа и у юбки, и у брюк. То есть к телу будет очень приятно. У брючки тоже есть подкладка. Трикотаж с эластаном. Кофточки двух расцветки.
весь товар идет по 2 штучки в линейке и все по скидкам. Да, единственное, хочу напомнить, что продаем мы нашу продукцию только оптом. У нас нет розничной торговли. Для тех, кто не знает, где можно приобрести в вашем городе вещи, пожалуйста, пишите нам, мы попытаемся вам помочь. Дадим информацию, где можно приобрести вещи в вашем городе, написав вам контакты наших оптовых покупателей. Жилетка алпака ткань, очень яркая, красивая, сочная, модненькая, качественная. Ни грамма не дает объем. Спущенный рукавчик, большие хорошие размера. И теплая, и легкая. Продолжаем следующую модель, тоже из алпака ткань, добавлены золотистый цвет люрикс, вот фокус и сделаем, как прибавиться будет. Ой, ткань вообще, эта вещь замечательная, так приятно на нее смотреть. Пожалуйста, эластан, галстук идет шелковистый ткань, модель очень теплая, легкая, хорошие размерчики и 2 штучки в линейке. Смотрите, какой шикарный кардиган. Во-первых, он в полную длину, то есть оно закроет любой длины платье. Современная, модная такая вещь. Очень тепло в ней, комфортно. И в серии всего лишь 2 штучки. Единичка и двоечка. Спасибо. Шикарное платье. Осталась последняя серия. Ваш шанс. Пишите нам, пожалуйста, комментарии, что бы вы хотели увидеть в следующий раз. Нравятся ли вам наши модели? Трикотаж брючки с наплением люрикс, карманчики, украшения съемные, на талии есть резинка, линейки 2 штучки со скидками, всего 2 серии. Снизу, где идет манжеты к зашивке. Ни грамма не дает объем, очень хороший страник, и каждый день и нарядка можно. И шикарная высокая вещь. Посадка. Это чудесная вещь, которую мы получили вчера. Сейчас в наличии осталось несколько серий. Кто не успел приобрести, пожалуйста, делайте заказы. V-образный вырез, красивый манжет, он такой широкий. И в серии всего лишь 2 штучки, единичка и двоечка. По поводу стоимости, пожалуйста, пишите в директ нашим менеджерам, либо в магазины, где вам дадут полную информацию. У этого платья в серии 2 штучки, из этой ткани были несколько моделей, эта моделька новая. Все у нас аксессуары на кнопках. Ткань такая приятная-приятная. Шерстяная, теплая, легкая. Тоненькая. Такая она как шлифованная, обработанная. Обратите внимание, даже карманов не видно, они есть. Чудесное яркое платье с абстракционным рисунком. В серии 3 штучки. Представлена эта моделька в 3 расцветках. Трикотаж. С люрексом комбинированная ткань, очень хорошая страна, хочу изнанки показывать вам. Да, аксессуары тоже съемные. Это изнанки, девочки, посмотрите, как снова платье, также идет изнанки, очень хорошие украшения. Этот брошь съемная, как клипс идет, фуксия. Петроль и золотистый. Туника. Кто не любит сильно длинное, в то же время сильно короткое, хочет прикрыть бедрышко. Смотрите, какая интересная моделька. Парковка.
Мамблер. Эта модель у меня есть в заказе. Кто не успел приобрести, пожалуйста. А эта модель у меня есть в заказе. О, это моя любимая модель, не может быть у тебя в заказе. Как не может быть? Такое что? Красивое кружево, вот просто шикарное. Хочу одевать. Покажи нам поближе кружево, прям вот оно. Ручная работа. Ниже. И сеточка дает объем 3D, вот, пожалуйста, сетка. Кружево не было видно. Я покажу. Покажи, специально. Пожалуйста. Вначале хотел сетки показывать, потом ручная работа из цветочки. Кружев, трикотажные платья, хорошенькая, зашипы такие, лампасы, линейки две штучки, украшения с комплектом, пожалуйста. Понравились вам модели? Скрины сделайте, посылайте нам, продолжаем ваши вопросы. Было много, осталось только один свет, граффити свет. На правой стороне у платья идет из разных светов ниточка, это не краска, не клейка, все отдельно вышивка идет. Также форма на рукаве, V-образный воротник и кардиганчик. Расстегивается на молнии. Рифленые изнанки идет петролевый свет, 100 грамм мех, натуральные. Пожалуйста. Карман рабочие. Ну, в кармане ничего нету. Можно бриллиант положить. Представлено двух расцветки, граффити и шоколадный свет, комбинированный черный свет, добавлено горох, две накладные карман, круглый воротник, теплая легкая шерстяная из вискозы комбинированная ткань. Поливерчики представлены, 5 расцветок, девочка, какая яркая, красивая, сочная такая. Короткие платья, туника. Смотрите, какое шикарное платье. Фуксия, черный, петроль, граффити и фисташки. Фисташка, самый вкусный цвет. Посмотрите, какая. Ой, это платье во всех расцветках шикарное. Вот до такой степени приятное к телу, и длина здесь хорошая. Все жалуются. По-моему, видно, какая хорошая ткань. И две штучки в серии. Вы себе не представляете, как благородно сидит этот костюм. Он на стройном человеке, как платье, а если немножечко фигурка такая вот фигуристая, там, где надо, прикрывает, там, где надо, открывает, подчеркивает за счет резиночки на юбочке талию или рисует ее как силуэт. Ну шикарно просто, просто шикарно. Наши знаменитые кардиганы. Мех у них съемный. Представлены они у нас в серии две штучки. Очень такая яркая основа. Обратите внимание, красный, оливковый цвет. Золото с серебром. Шикарная вещь.
Здесь вот. Идет 5 расцветки. Граффити и черные мы показали. У нас не только предновогодняя скидка, у нас 2 в 1. Конец сезона и Новый год. И если скидки начинаются, пока весь модель не закончится. Мы освобождаем наш магазин от зимней коллекции, продавая ее вам по очень выгодной стоимости. И начнем завозить новое поступление весна-лето. Ну, наверное, ближе весна, потому что последнее время всего лишь существует в природе 2 сезона, зима и лето. По многочисленным просьбам фабрика произвела блузку, чтобы вещь была не в костюме. Ее можно одеть под любой низ, и под классические брюки, и под светлые, под темные. Шикарная такая блузка. Мы находимся в городе Дарквине. О, в магазине Дарквине в городе Стамбуле. Все, заработалось и сегодня. Эта модель тоже на скидке. Вискозная спинка. У нас свое личное производство. Это шикарный костюм. Смотрите, какой красивый. Здесь такие интересные брюки. И интересные кофточки. Как раз комплект. Блузка вообще шикарная. Бедро закрывает. Пах визон прикроет. Ни грамма не дает объем. Антицеллюлит. Линейки 2 штучки. Сейчас хорошие ценами. Это изысканный, элегантный костюм. Здесь все просто прекрасно. Во-первых, очень удобные брюки. Обратите внимание, у кого широкая ножка, там прикроют все, что нужно. Ткань такая прям обволакивает. А кто хочет наоборот широкий силуэт, здесь брюки от коленки идут такие вот слегка как расклешенные. А жакет вообще можно носить даже не в костюме, а с другими вещами. То есть вот оно отдельно идеальные вещи. Еще собраны в таком чудесном костюме. Еще и расцветки есть, смотрите, и классические. Здравствуйте. Есть вещи, на которых скидок нет, на которые скидки есть, мы проговариваем. Это очень сложная работа. Здесь обратите внимание, как вяленая шерсть, можно так сказать. Там такая интересная вязка, она как вот как прессованная, что ли. Смотрите, как интересная сделана вещь. 2 молнии. 2 функциональные молнии. По поводу стоимости, напишите, пожалуйста, в директ, где наши менеджеры 2 штучки в серии показывают нам, Шукри. Наши менеджеры вам ответят на более дополнительную информацию. Мы сейчас показываем вещи, которые есть в наличии. Смотрите, какой здесь красивый рисунок на рукавах и по низу кардигана. Правда, шикарная вещь. Мех здесь съемный, в серии 2 штучки. Начинаемся из ДНГ. Наши следующие модельки, смотрите, какие интересные. И здесь еще шапка в придачу. У нас же любят люди подарки. Купил кофту, шапка в подарок. От шапочки.
объемная и вместительная. А в серии здесь у нас сколько? Давайте уточним. Три штучки, да, в серии. Вот шапочки. О, как прекрасно. Весь товар со скидками. А что это у нас за ткань? На ангорку похоже. Ангор. Давайте посмотрим поближе. Три расцветки. Модель с шапками, шапка с комплектом. В серии три штучки. Вот вам яркость. Идеально будет под любой цвет брюк и юбки. И шапки. Красивейшая туника. Смотрите, какой галстук классный. И глаза так горят, как у живого. Злой. Злой галстук. Тоже комфортные тунички. Батальных размеров. Вот самый маленький размер вы видите. Спущенный рукав. Поэтому любой объем ручки. А от локтя до запястья, смотрите, прям хорошо будет по ручке, ровненько. Яркие пайетки, красивый рисунок. Дама в очках солидная. Сзади такие красивые треугольнички, квадратики, ромбики. Нет, это прямоугольники все-таки. А вот эта туника, цвет пудры и такой графит. Очень даже очень-очень интересная модель. По-моему, видно 3D. Да-да, красивая. Интересно сделано, смотрите, там камешки тоже внутри есть. В серии также три штучки. Смотрите, какая красивая-красивая вещь. Хомут. Съемный или нет? Съемный. А спереди красивая такая... Можно как ободок. А сверху красивейшая функциональная веревочка, которая модель будет изменять. Смотрите. Она подтягивается, можно сделать любой другой длины, видите? Для фантазии это? Такие вещи должны быть в гардеробе у каждого человека. Одел и пошел называется. Ничего лишнего. Если куда-то пригласили в ресторан, камешки есть как украшение. Если на работу, вроде бы и строгая. Ничего лишнего. А эта модель представлена в двух расцветках. Также три штучки в серии. Смотрите, какой, как букле ткань. На самом деле, что за ткань, мы посмотрим поближе и узнаем. Это не как букле, точно букле. А, видите, букле все-таки. Красиво, модно, стильно. Шикарно, можно сказать. Наши вещи будут украшением в вашем гардеробе.
Они идеально сочетаются у нас со всеми вещами, потому что выполнены в таком классическом стиле. Очень удобные, практичные в носке. Костюмчик. Смотрите, как интересно сделана штанина. Обратите внимание. Камешки. Стразики. Сваровские стразы. Утяжки полностью резинка. Линейки 3 штучки со скидкой. Ой, смотрите, какая расцветка платья интересная. Правда же красивая? Нравится вам наша модель? Поставьте нам лайки, пожалуйста, или прокомментируйте что-нибудь, нам будет приятно. Вот вам яркость. Представлены двухрасцветки. Коллекции тоже из Дарквин. Это в линейке 3 штучки. Это памбархат. Ткань. Вот, а издалека смотрится как шифон. Нет, не шифон, это памбархат. Смотрите, какая прелесть. Красота. Электрик и бордов. Расстегиваются полностью с пуговками. Можно как накидка, можно как платье. Сейчас со скидками мы вам советуем. Очень хорошая модель. Есть наличие. Весь товар, который мы вам показываем сегодня, есть в наличии. Можно приобрести его по скидкам. Платье в длину, в полный рост. Смотрите, какая прелесть. Не забывайте, что все, конечно, прекрасно, и все ждут весну, но нужно будет одевать людей и... Украшения есть. Красивые весенние наряды. А у нас в конце января уже начнет поступать летняя коллекция. Поэтому лучше сейчас приобрести, отправить ваш товар, чтобы было чем работать в межсезонье. Январь, февраль и март. Маленький секрет. Девочки, какая обалденная, такие яркие расцветки. Весенний, летний товар готовит. Обалденные просто. Но он ближе к лету, это более тонкие ткани, поэтому мы сейчас и показываем те модели, которые удобно продавать весной. Со скидками. Тем более. Воланчики тьют шифон, маечный ткань вискоза с эластаном, боковой карман есть, украшение 100 грамм кожа и рукавчик. 3 штучки в линейке и со скидкой. Напоминаю, что просматривая наши эфиры, вы можете делать заказы в любой из наших магазинов, если вы уже работаете с каким-то из них. Весь товар есть в наличии, вы делаете фотографии с телефона, просматривая эфир, другими словами это называется скрин, отправляете нам заказы и мы поможем вам его оформить. Кто ни разу не делал заказ, пожалуйста, посмотрите наш интернет-магазин. Магазины. Который www.darkmanshop.com, телеграм-канал @darkmanshop. Либо позвонив нам в магазин Darkman Shop, WhatsApp, где наши менеджеры предоставят полную информацию, как заказать товар, как сформировать, как оплатить, как отправить, как получить. Единственное, вам останется только продать. Через карту отправлять. Платья со сумками. Кто сумка берет, платья подарка. Да, при приобретении сумочки платье идет в подарок, с вешалкой тоже. 3 штучки в линейке. Вискоз, плиссировка такая красивая. Можно как нарядка, можно как каждый день. Мы ждем ваших заказов.
Ой, это платье, смотрите, какое шикарное. Прям струится. Вообще. Элегантно, шикарное. Изысканное, можно так сказать. Сели также 3 штучки. L, XL, 2XL. Вот, а это платье страняшка называется. Зашивки очень хорошо сохранит. На животике зашибки и сзади, сбоку, видите, вот именно там, где возможны, но только возможны проблемные зоны, они будут прикрыты. Форма трапеция, плиссировка, добавлен шифон, с, 3 штучки в линейке, очень хорошая сторона, со скидкой. Красивое, строгое черное платье. В нем нет ничего лишнего. Не забывайте, что мы работаем со всеми странами. Кому-то можно носить короткие вещи, кому-то нельзя. У нас вы можете подобрать ассортимент на любой ваш вкус. Вот, пожалуйста, кто-то просил бархатное платье. Оно украшено сеточкой, на сеточке напыление панбархат. Здесь тоже есть удобные карманы. И в серии у нас здесь. Да, в кармане ничего нет, не положили. L, XL и 2XL. Размеры, смотрите, какой рукав красивый. Так быстро смотришь, ничего не видно. Вот так, так. Ага. О, во, вот так. Сейчас видно? Да, супер. Видно вам? Красивое у нас платье. Очень красиво. Мы рады, что вы с нами. У вас будут целые выходные, чтобы правильно обдумать. У нас в Турции нет праздников такого глобального, как понятие Новый год. Мы работаем в обычном режиме, кроме 1 числа. Бархат, вискоз, сетка, комбинированная ткань, еще гипюр, ручная работа. Очень качественный, модный модель. Можно как каждый день, можно как на рядку. Пожалуйста. Наши модные, красивые, стильные вещи, которые сейчас можно приобрести по скидкам. Рептилии или леопарды всегда в моде. Смотрите, какой красивый растянутый рисунок. Знаете, мы долго думали, чтобы интересно вам рассказать про наш магазин. Смотрите, пожалуйста, вот это наше платье. Это размер идет L, XL и 2XL. И я хочу сказать вам одну прекрасную вещь. Наши менеджеры эфир, я думаю, за выходные вы все эфиры мы сохраняем. Находимся мы в городе Стамбуле. Наши прямые эфиры идут из магазина Darkman. Darkman является производителем женской одежды больших размеров. Да, я рада, что вы с нами. Спасибо большое. Да, мы стараемся для вас. Яркая, красивая вещь. Смотрите, какая шикарная. Цвет горчицы, да, еще и со скидками. Воротник здесь какой красивый, и силуэт стройнит. И в серии 3 штучки. Абстракционный такой красивый рисунок, яркий-яркий. Кому не хватало яркости в наших вещах, пожалуйста, у нас есть разные стили в одежде.
И любой человек может приобрести у нас вещь, которая ему бы понравилась. Напоминаю, что у нас только оптовые продажи. Прямые эфиры мы проводим в основном показать, что мы производим. И так как из-за короны многие наши покупатели не могут приехать к нам, наш магазин прилетает в видеообзорах к вам. Смотрите, какая стильная рубашка. Даже в офисе можно быть ярким, стильным и красивым. У нас шикарные вещи. Хорошие, объемные размеры. С другой стороны карманчик. Ты ищешь карман? Я знаю, карман есть. Ну, где есть? Вот на правой стороне накладный карман, комбинированный цвет, черный с кораллом, черный с фисташками. Мы производим модную, стильную, современную одежду из качественных материалов. У нас шикарные аксессуары, удобные серии. Три штучки. У этой фирмы три штучки. Весь наш товар есть в наличии. Мы ждем ваших заказов. Сейчас наши менеджеры обрабатывают ваши заявки. Для помады карманчики. Смотрите, какая здесь сумочка в придачу есть. Неполная длина, здесь длина 7 восьмых. Киси. Семья Киси. Красивый пиджак, жакет. Здесь тоже есть. Как капельки пайетки, да. Горошек. Горошек всегда был в моде. Думаю, наши вещи украсят любой гардероб. Это двоечка. Стильная рубашка и сверху такая жилетка. Смотрите, какая интересная блузка. Абстракционный такой рисунок. Присоединяйтесь к нам. Какая красивая. Посмотрите. Наши вещи модные и стильные. Очень. Смотрите, какая красивая туника.
фирмы Darkman есть своя личная фабрика, которая производит женскую одежду больших размеров более 40 лет. Наши модели продаются только в наших магазинах, которые находятся два в Лалале, один в Османбее. Чтобы приобрести нашу одежду, напишите, пожалуйста, всю эту информацию в директ по поводу того, где можно приобрести вам вещи, потому как после прямого эфира комментарии уходят, они не сохраняются. А я вам отпишусь. При первой же возможности. Наверное, эту модель придумал, вернее, не модель, а ткань придумал какой-то художник. Смотрите, какая гамма цветов. Наверное, было такое игривое настроение, праздник. Еще одно платье-халат, всего лишь 3 штучки в серии, модельки все эти на скидке. Туника с удобным вместительным капюшоном. Такая интересная, да, своеобразная модель. Украшенная пайетками. Также у нас есть в наличии красивые, модные, разноцветные лосины. У нас и лосины всего лишь по 2 штучки в серии. Только у некоторых моделей есть 3. А так в основном по 2. Что крайне редко, в основном весь низ у всех по 4 штучки в серии. Наша продукция подойдет на любой возраст. Смотрите, сколько яркости у нас есть. Находимся мы в городе Стамбул по адресу Лалиль, район Шаир Хашмет, улица, дом 44. Губки. Наши лосинки подойдут под все практически наши тунички. Сколько туник показали? Штанички тоже показаны. Лосинки. Сразу можете костюмы сделать, комплект готовить. Посмотрите. На плене такие, как кожаная краска, буквы. Спортшик. Красивые, и сейчас модные, стильные. Да, и скидка еще есть у нас на лосине. Кто интересовался размерами поменьше, у нас есть вот такие еще вещи. Такого прекрасного качества. Нет, лосины не утепленные, лосины хлопковые. Вискоз эластана. Вискозы с эластаном. Вы знаете, в период экономии, многие люди приобретают вещи, в которых можно ходить и осенью, и зимой, и весной. Поэтому лосины у нас демисезонные. Если слишком прохладно, их можно одеть под колготки капроновые. Если же, наоборот, тепло, просто под носочек. Многие спрашивают теплые, но по факту покупаются в основном демисезонные вещи. Десентрико, одна из любимейших фирм теплых
У нас была сегодня клиентка и спрашивала, что есть интересного. Пожалуйста, смотрите, выбирайте. Эта моделька представлена в трех расцветочках. Десентрико у нас идет в четырех размерах. S, M, L и XL. Здравствуйте, здравствуйте. Ткань очень хорошая. Это Вулмар, турецкий бренд. Шерсть с вискозом рабочая. Для тех, кто давно не прилетал, наша фирма, качество наших изделий не изменилось. Мы держим свою марку, потому что дешевых вещей на рынке очень много. Мы не изменяем качеству. У нас ткани натуральные. Единственное, что мы изменили, это количество штучек в серии. У нас, напоминаю, у одних из первых появилось 2 штуки в серии, что очень удобно для ассортимента в магазине. Спасибо. Делаем скрины. Кто не знает, что такое скрин, это при просмотре наших эфиров. Вы делаете фотографию с телефона и отправляете к нам в директ. Директ — это то же самое, что написать смс подписано. Такая кнопочка есть. Смотрите, какой красивый кардиган. Украсит любое платье. Можно одеть под водолазку, если прохладно. Модель представлена в 5 расцветках. Очень удобный капюшон. И это шерсть. Качественные, добротные вещи. В серии 4 штучки. S, M, L и XL. S-ка 46 размер. 48, 50, 52 до 54. Но если моделька сделана как летучая мышка, то и побольше получается. И синий. Синий, изумруд, граффити, бордо, шоколад. Посмотрите, какой орнамент идет. Все отдельные ниточки. Очень хорошая ткань. Очень богаче выглядит. И очень модненькая. Модные, стильные вещи мы производим. В Darkman-магазине вдохновение в каждом стиле. Мы самые лучшие вещи для вас производим. Хорошие, объемные, на большие размеры. Нарды, сенсей. Нарды, полторапчик. Красивый блузон, жакет. Очень удобные карманы. Тепло и комфортно. Хороший подарок вашим близким. Кто хочет приобрести в розницу, пожалуйста, пишите нам. Мы дадим информацию про наших оптовых клиентов, которые находятся в вашем городе. Эта моделька стандартный размер. Фирма Картон. Ее тоже все должны знать. Мы сотрудничаем с этой фирмы на протяжении длительного времени. Очень хорошая вязка, теплая, легкая. Симметрия, линия. Напишите, пожалуйста, нам в Darkman Shop по поводу стоимости для полной информации. Менеджер ответит вам. Вот можете прям писать туда, где идет прямой эфир. Мы производим модные, стильные вещи для вас. Напоминаю, что мы продаем наши изделия «Добрый вечер» только оптом. Если вы не знаете, как сделать заказ, напишите нам в директ. Просто отправьте сообщение, и мы вам дадим полную информацию.
кто больше интересуется соцсетями, то у нас есть пост, где написано, как сделать заказ, как его оформить, как его оплатить, по поводу доставки. Все кнопочки, когда открываешь наш Инстаграм, они рабочие. На них нажимаешь, там написана полная информация. Еще один красивый кардиган. Перед этим была такая же модель укороченная, а это такая удлиненная. Короче, у меня. Сейчас покажем тоже. Спасибо. Представлена Петросветки. Если резкость плохая, включите, пожалуйста, и если у всех плохая, пожалуйста, напишите. Если нет, то вы должны повторно зайти на эфир, и тогда будет резкость лучше. И короче вариант. Такая же расцветки, как у длинные. Красивые модные вещи. Это фирма у нас Картон. Ее должны тоже все знать. Мы очень на протяжении длительного времени с ней сотрудничаем. Качественные вещи. Изнанки. Спасибо. Жилетки. Как же без жилетки в гардеробе? Яркие, модные, стильные расцветки. Есть у нас они в наличии. Спасибо. Шикарная удлиненная жилетка с мехом. Мех здесь искусственный, что тоже очень хорошо, потому что эту вещь можно стирать в машинке по 30 градусов. То и было без капшона, еще такая же форма с капшоном, тоже с мехом. Представлены Петросветки. Синий, граффити, крем. Видимо, у вас проблемы с интернетом. Я открыла на втором телефоне, и у нас мне видно хорошо. И бордо. Попробуйте еще раз, может, какие-то нарушения. Мы сохраним эфир, и вы его можете просмотреть в записи. Первый уже сохранили. Извини, я тебя перебила. Смотрите, сколько расцветок красивых и ярких. У нас своя фабрика, которая находится... Район Гюнгере. Также у нас есть два магазина в Лалале и один магазин в Османбее. Если вы уже работаете с нами, то все вещи, которые мы вам сейчас демонстрируем, вы можете сделать фотографии и отправить продавцам, либо в тот магазин, на телефон, который указан у нас в шапке профиля, и вам помогут сделать заказ. Если вы не знаете, как это сделать, то лучше, пожалуйста, обращайтесь в Darkman Shop, где дадут менеджеры полную информацию, как что сделать, и уделят вам внимание каждому индивидуально. Красивая туника. Для кого-то это будет мини-платье. В серии всего лишь 3 штучки. Моделька на скидочке. Бомбер с эко-кожей. Такой лаковый. Клетка всегда в моде. Можно подобрать хоть яркий, хоть темный низ. Шикарная вещь.
на весну самое оно. И они сейчас на скидочке. В серии здесь 3 штучки. Мы ждем ваших заказов. Шикарная модель обманка. Это не двоечка, это имитация двоечки. Модная и стильная. В серии 3 штучки. Большие удобные размеры. Для тех, кто работает в офисе, самое оно. Вроде бы и яркое, и в то же время спокойное такое. Ну, трикотаж вискоз с эластаном. Снизу идет воланчик, сверху в бархатовый рисунок, не рисунок, а такие полоски, накат. Это ручная работа. Эти вещи лучше всего стирать при 30 градусах наизнанку, чтобы не испортить бархат. Делаем скрины, мы ждем ваших заказов. Паховый зонт прикроет, под брючки тоже можно одеваться, под юбки. Кто под юбку любит. Карандаш, да, под брючки, под джинсы будет красиво. Под кожаные юбки короткие, будет обалденные. Спасибо, мы ждем ваших заказов. Красивая туника, смотрите, какой рисунок. Газетка называется. Спасибо. Я думаю, вы успеваете сделать скрины. Кто не успел сделать скрины? Эфир мы сохраняем. Можно просмотреть в записи. Фотографировать вещи, которые понравятся. Ну, про эту вещь можно даже ничего не говорить, потому что полоска всегда в моде. Здесь еще и рисунок, есть и камешки, и удобные боковые карманы. И еще вещь на скидке. Туничка. Внизу он на регулировке, только первая половинка. Бедрышко у нас здесь закрыто. Спущенный рукав, значит, объем ручки здесь будет, ручки удобно. Такая струящаяся сверху ткань. Базовая основа – это вискоза. Нарядно, модно и стильно. Кто бы что ни говорил, черный цвет был, есть и будет модным. Еще одно мини-платье, можно так сказать, закроет коленку. Зеркало такое, как... О, вообще супер. Рукав такой шифоновый красивый. Для того, чтобы узнать цены на изделия, их нужно отправить, сфотографировать и отправить нам фотографию или на скрин и на директ, либо WhatsApp, либо Viber, либо Telegram, Telegram. И мы ответим кому на интересующие вас вопросы. Да, кому как удобнее, так и сделаем. Ну, шифон всегда был в моде, посмотрите, какая прелесть. Снизу базовое платье, сверху на шифоне такие накидка. Выглядит как двоечка, имитация – это один вещь. Рукавчик двойная, шифончик, не светится. Такая более плотная ткань, да. Очень хорошая модель, очень красивая задумка. Можно как каждый день, можно на офис, можно как на нарядку. Мы ждем ваших заказов. И сейчас со скидками. Шикарное платье, смотрите, какой накат по низу из камней. Полоска такая косая, на месте еще надпись, прям переливается все. Это может быть и спортивной вещью,
и классической. Хомут здесь съемный. У кого проблемная зона, это шея, все будет прикрыто. Ну и не все уже у нас любят вещи, которые длинные. Многие хотят поп-пояс. Вот одна из таких моделек, очень будет комфортно. Смотрите, какой яркий перед, такой карманчик интересный. И под джинсы, и под брюки. 500 ткань с гусиными лапками. Такая воздушная она, да? Очень хорошая ткань. Моделька на скидке. Со стразом придобавлены, гусиная лапка. Изнанки, пожалуйста, ни грамма не давит, не кусает, не чешется. Офис шик. Со скидками. Подходите чуть-чуть поближе. Хотят посмотреть ткань. Вот, пожалуйста. Здесь и плащевка, и хлопок. Переходите чуть дальше. Теперь полностью можно посмотреть изделие. Вот, делайте скрины. Так вам удобнее? Так хотели. В серии 3 штучки. Ой, смотрите, какая красивая, шикарная рубашка. Наташа, здесь уже идет 2 штучки в линейке. Вот, еще лучше. В серии всего лишь 2 штучки, единичка и двоечка. Эта моделька тоже на скидочке. Смотрите, удобные боковые карманы. У нас в этом году коллекция практически вся с карманами, потому что очень-очень удобно. Бронзовый цвет накат. Это плащ? Это рубашка, туника. Даже можно как короткое платье. Вот у меня 1,73 рост, колен прикроет у меня. А, ну значит, это длина за колено. Да. Еще и карманы есть. А даже можно под джинсовые брючки сверху красиво водолазки или рубашек или нет, рубашек не будет, потому что это тоже воротник. Гольфик или свитерочки какой-нибудь. Топики и сверху накидка, как для красоты. Тебе привет от Наташи Кураж. Привет, Наташ. У этой модели размеры единичка и двоечка. И со скидками. Есть 2 боковые карманы. Расстегиваются полностью с пуговками. Очень хорошие. Мы работали. Где-то 2 серии есть наличие. Можно спокойно заказывать. Производства обуви у нас свои нет. Мы производим только одежду. Одежда у нас получается в серии либо 2, либо 3 штучки. Вот эта моделька представлена 1 и 2. У каждой модели разные 56, 56, 58. Другая модель до 62, а некоторые модели до 72 у нас есть. Поэтому нужно спрашивать именно по модельке. Смотрите, какая интересная туника, платье. Модель шикарная. Спортчик, серии 2 штучки. Смотрите, какая красотуля. Шикарная, шикарная форма модель. Форма трапеции, без всякого лишнего, 2 вот. Боковые карман. Ни грамма не дает объем, очень хороший странит. И 2 штучки. Вот еще карманчик. Вискоз с эластаном, двунитка ткань, очень хорошие тянутся. Вот. Кого вот. Интересуют спортивные костюмы, они у нас были на 7 этаже. Дома на выходных можете просмотреть. На ютубе и у нас здесь есть запись, где написано прямой эфир 7 этажа. Там есть спортивные костюмы. На этом этаже спортивных костюмов, увы, нет. Мы
примем во внимание и с понедельника покажем вам спортивные костюмы, кто не успел посмотреть, которые есть в наличии. Ни за что. Здесь хомут съемный. В серии также две штучки. По поводу костюма мы вам ответили, куда можно сейчас написать, и вам наши менеджеры дадут более полную информацию, если вам будет так удобней. Либо ссылочку вам отправят, где их можно будет посмотреть. Ой, смотрите, какой прекрасный цвет. Цвет хаки. От темного такому к светлому переходам. Здесь два вида ткани, комбинированная она, смотрите. Накат какой красивый. И это моделька на скидке. Форма трапеции, есть боковые карманы, спортшек, хаки, комбинированный цвет с черными. Мелкие полоски, как идет черный. Да. Очень хорошая страна. Со скидкой. Смотри, пускай сделают скрин, а я расскажу. У нас оптовые магазины, поэтому как только начинаются скидки, могут закончиться только модели. Скидки у нас не заканчиваются. Вот началась неделя скидок, и вот пока месть модели не закончится. Мы хотим закончить зимний сезон, начать летний. Поэтому скидки действуют у нас до того момента, пока месть не закончится определенная модель. У нас нет такого, что сегодня скидка есть, а завтра нет. Единственное, что могут быть моделей количество ограничено. Мы работаем постоянно. В январе мы не работаем только 1 числа. Дальше мы работаем в обычном режиме. Поэтому вы можете делать свои заказы в любое удобное для вас время. Я не могу вам сейчас ссылочку отправить. Напишите мне, пожалуйста, в директ, и я, когда закончу прямой эфир, я вам отправлю ссылочку по поводу костюмчиков. Или, если вы еще что-то хотите, я вам еще что-нибудь отправлю. Зимней коллекции повторов не бывает. Единственное, что есть вещи, которые вязка, они на первом этаже. Эти модельки у нас идут в основном на заказы. Отшивается, так как работа тяжелая, отшиваются они не так быстро, как любой другой товар. Там это все ниточки вяжутся, рисунки. Я вам показывала, что обработка хорошая. Поэтому только эти модели на повторы. Все остальные, которые идут на скидки, вот они есть, закончатся и все. Какая красивая органза платье одевала, красотуля на рисунке, такие ангорочные ткань, вискозы. Принимают товар, они просто еще не знают, с какого числа будет отправка. И если вы закажете нам товар в понедельник, то ваш товар уйдет в первую же отправку. Если вас интересует какая-то моделька, которая закончилась и ее нет, отправьте нам, пожалуйста, в директ, и я попробую вам помочь. Напишу хотя бы, будет, не будет, есть или нету. Нравятся ли вам наши эфиры? Напишите нам, пожалуйста, в какое время вам было бы удобнее их смотреть онлайн, не в записи. Чтобы было вам удобней и нам тоже. Ой, смотрите, какая шикарная модель. Такая интересная. Это как будто жилетка. На самом деле это имитация двойки. Смотрите, как интересно сделано. Шикарно. Я жду ваших комментариев. Пожалуйста, напишите нам, в какое время вам было бы удобнее просматривать наши онлайн-показы. Это двоечка. Сарафан и сверху такие. Пончо. Накидка, пончо. Но смотрите, здесь для ручки есть не рукава, а вот манжетик. Вот так можно сказать.
Спасибо даже за приятные отзывы. Сарафан. Смотрите, здесь даже есть карманы. Я, если честно, эту модель первый раз вижу. Давайте ее рассмотрим повнимательнее. Чудесно. Стой. Классическое платье, которое примет сарафан. Сарафан на широких лямках. Я же поэтому говорю, давай остановимся, потому что мы не увидели. Как он не увидел? Не увидели. Будет силуэт красивый, а сверху будет такая вот накидка, летучая мыша. Пончишка. И видите, вот кому где надо, там закроет, кому где надо, там прикроет. То есть это будет идеальная вещь. В серии всего лишь у нас сколько? Две. Зайчик. Понравились вам модели? Скрины сделайте, посылайте нам, продолжаем ваши вопросы. Очень хороший ассортимент, очень хороший выбор. Сейчас все товар со скидками. Которые действуют, пока не закончится определенная модель. То есть у нас нет такого, что сегодня скидка есть, а завтра ее не будет. У нас каждый день скидка. Увы, в 20:00 у нас не получится. Потому что у нас карантин. Нам надо в 9 часов всем быть дома. У нас немножечко строго, чем у вас. Мы можем начинать в 6 до 7, ну, до 7:30. Не больше. Увы. Можно постараться начинать в 7, но тогда мы можем показать вам меньше моделей. Сегодня мы специально показали 2 эфира, чтобы вы могли просмотреть больше моделей и сделать себе свой заказ. Напишите нам, пожалуйста, что бы вы хотели увидеть в следующий раз. У нас есть вещи, мы выставляем маленькие записи. Вы посмотрите, пожалуйста, в сторисе. Маленькие мини-мини видео по 50-30 секунд до минуты. Наши вещи говорят сами за себя, поэтому я вам пока не поотвечаю на ваши комментарии. А мальчики будут вам демонстрировать модели, а вы делайте скрины, и мы будем ждать ваших заказов. Спасибо! Как нам присоединился, напомню вам, что мы находимся в Турции, город Стамбул, район Лалали. Показываем мы наши вещи из магазина Darkman. Торговая марка у нас называется Darkwin, у нас красивая этикетка. В серии у нас в основном 2 штучки. Виктория, пожалуйста, посмотрите наши записи 7 этажа в сохраненном виде. Так и написано. Darkman, 7 этаж. Либо напишите нам, что бы вы хотели бы посмотреть из 7 этажа. Если кому-то еще интересен 7 этаж, напишите мне, пожалуйста, мы в понедельник его покажем. Там очень много спортивных костюмов, которыми заинтересована была у нас еще одна клиентка. Клетка. Клетка всегда была и будет в моде. Спасибо за приятные отзывы. Наша фабрика производит качественные, добротные, элегантные, шикарные вещи для наших любимых покупательниц и покупателей. Это двоечка.
молния здесь полностью, она полностью расстегивается. Мальчикам неудобно, потому что две вещи. А накат там танцующая кися. Шикарное платье, оно у нас было где-то... Кусочки. Замысловатых таких, не замысловатых таких вещей. Очень красивая задумка, спортчик. Виктория, если вы не видите, не можете найти запись, напишите мне в директ, я отправлю вам ссылочку, будет вам удобнее просмотреть наш эфир. Когда открываешь Инстаграм, там вверху такие кнопочки есть, где видео, несохраненные архивы. Если не видите, первое, во второй, либо в третьей кнопочке, вот так могу еще сказать, все эфиры, которые в записи у нас есть. Знаменитая наша модель, их осталось 2 или 3 серии. Смотрите, здесь есть и аксессуары, и красивое платье с длинным рукавом, и ветровка, плащевка такая. Замечательная вещь, очень комфортная и удобная. Нет, Наталья, мне не очень удобно говорить стоимость. Во-первых, у нас прямой эфир для оптовых продаж. Вот, чтобы не портить им работу. День и ночь. Можно и день, и ночь одевается. Посмотрите, какая красивая двойная сетка. Рукавчик идет. Топлес, люрикс, ткань. Переливается серебро, свет. Вот так и посмотрите. Фокус получили. Да. Хорошо. Вообразный воротник. Спортшик. Модные, стильные, красивые вещи мы производим для вас. Для заказа, пожалуйста, пишите в директ, либо в WhatsApp, либо ему, Telegram. Смотрите, какая интересная вещь, яркая такая, вообще супер. Попросили еще раз показать модельку, которая с пайетками спортшик. Сейчас мальчики вам покажут. Давайте поближе рассмотрим пайетки. Горловина. Горловина здесь вязаная, смотрите. Пайетки прям струятся. Очень такой плотный трикотаж. Лампасы. Удобные глубокие карманы. Такое стильное, красивое, теплое платье. Теплое, не забываем. Можно одеть как под сапог, так и под кроссовки. Разрезки. В серии всего лишь 2 штучки. Вот, 2 штучки. Объемное такое красивое платье. По бокам разрезы. Спасибо. Наша следующая модель. Ничего лишнего. Черная, белая. Имитация двоечки. А сзади раз. Мы в эфире. Во втором мы эфире. 46 минут мы в эфире. Эфир мы сохраним. Его можно посмотреть будет на записи. Как раз выходные дни. Можно спокойненько выбрать себе заказ. Отправить нам фотографии, мы вам распишем все, соберем, поможем. Моя любимая толстая кися. Напоминает домашнего кота. Такой же толстый и ленивый. В серии здесь 2 штучки, единичка и двоечка.
Кися просто супер. Еще карман такой есть, как кенгуру. Спасибо. Платье. Кто говорит, что у нас всегда только длинные платья? Смотрите, у нас есть 7 восьмых. Мы сейчас находимся на 7 этаже. В первом эфире мы показали наши фабричные вещи с первого этажа. Сейчас у нас по 10-15 моделей с каждого этажа понемножку. Спасибо. Джинсовая отстрочка, отделка, можно так сказать. По бокам очень интересно собирается. Не все платье, а именно по бокам. Форма бочонка получается будет. Это на каком этаже изделие? Верите? Седьмой. С 7 это этажа вещь. Вы можете просто сфотографировать модель и не обязательно говорить, на каком она этаже находится. Это наша работа, собрать вам заказ. Спасибо, что вы с нами. Нам очень приятно. Классическое, в то же время яркое платье. Спортивное, шикарное. 7/8 длина здесь. Спасибо. Ты замер, чтобы сделали скрины? Конечно. И хочешь рассказать, где мы находимся? Находимся в городе Истанбул, Лалели район, Шаир Хашмет улица, дом 44, Darkman магазин. У нас в Лалели 2 оптовые магазины. И также район Османбей есть один оптовый магазин. И есть у нас www.darkmanshop.com интернет-магазины, @darkmanshop телеграм-канал. Все сайты мы есть. Где для вас удобнее заказывать товар, везде товар один ценами идет. Сейчас весь товар со скидками. С откуда хотите, можно заказывать. Из наших 4 магазина говорю. Наши товары в Истанбуле только у нас, нигде нету, кроме нас, наши товары. Это все для вас, девочки, наш труд. Спасибо. Скидки у нас не заканчиваются, пока ведь не закончится. Пока ведь не закончатся модели. Было приятно вас всех видеть и слышать. Наш эфир мы сохраним, чтобы вы могли спокойно его посмотреть. Ждем ваших заказов. Карго товар принимает. При первой же возможности он вам отправит. Кто не знает, что такое скрин, это фотография при просмотре экрана. Можно писать WhatsApp, Instagram, Viber. Ему, телеграм, куда вам удобно. Если вам удобнее позвонить по видеозвонку, тоже звоните. Ждем ваших заказов. Спасибо вам большое. Пока-пока. Ждем заказики.